закончился год, снегом белым и пушистым скоро все занесет. Замерцают гирлянды, сотни ярких огней, и на праздничный ужин приглашу я всех друзей. Ждут подарки под елкой, их, наверное, оставил там Дед Мороз. Я его повстречала, когда к нам он домой подарки нес. Он шепнул по секрету, что нас ждет отличный год, и сомнения нету, где-то рядом счастье ждет. С Новым годом, с новым счастьем поздравляю всех друзей, и чтоб все ваши желания исполнялись поскорей, чтобы мира и успеха подарил нам Новый год. Вам здоровья, вам удачи, и пусть всем нам повезет. Вам здоровья, вам удачи, и пусть всем нам повезет. Окна в снежных узорах, а за окнами мягко кружится снег. Я тебе улыбаюсь, ты мой самый любимый человек. В этот сказочный вечер я с друзьями и семьей. День за днем, год за годом, я так счастлива с тобой. День за днем, год за годом, я так счастлива с тобой. С Новым годом, с новым счастьем поздравляю всех друзей, и чтоб все ваши желания исполнялись поскорей, чтобы мира и успеха подарил нам Новый год. Вам здоровья, вам удачи, и пусть всем нам повезет. Вам здоровья, вам удачи, и пусть всем нам повезет. Поздравляю всех друзей, и чтоб все ваши желания исполнялись поскорей, чтобы мира и успеха подарил нам Новый год. Вам здоровья, вам удачи, и пусть всем нам повезет. Вам здоровья. Добро пожаловать в Российский культурный центр. И сегодня у нас, наверное, первый из такой череды предновогодних вечеров, предновогодних мероприятий. С девочками из «Винтаж-монтаж» мы работаем уже давно. И каждый раз они готовят что-то новое, интересное и оригинальное, то, что всегда радует. Добрый вечер, дорогие друзья! Многие уже знакомы с нами и творческим объединением «Винтаж-монтаж». Мы уже 2 года собираем под своим крылом дизайнеров всех мастей, фотографов, музыкантов и мастеров. Создаем интересные театрализованные проекты в винтажном стиле и рассказываем о нас миру. Винтаж-монтаж – это некая машина времени, которая прямо сейчас может переместить вас в некую эпоху, показать культуру и моду того времени, рассказать яркие истории. А также наше объединение – это реальный живой нетворкинг. Производится расчет направления заданного пути. Ваш пункт назначения – путь к успеху. Повернула в зажигание ключ своей рукой. Дружною компанией собрались мы в вояж. Через годы и эпохи мы летим с тобой на машине времени с названием «Винтаж-монтаж». Оказалось так реально яркой стать звездой. Жми на газ, она не бойся, ты же у руля. Я была стилягой и султановой женой. Эй, «Винтаж-монтаж», на этот раз куда возьмешь ты меня? Делиться и любимым делом жить.
шаг, он самый трудный, только не робей. Ты же в своем деле мастер, высший пилотаж. Мы в страну чудес открыли тысячи дверей. Тысячи дверей в страну с названием Винтаж Монтаж. Все мы стали частью сказки. Звездные леты наш экипаж. Дружба нас объединяет, и весь мир теперь узнает про проект Винтаж Монтаж. Социальные сети – это то, без чего сейчас немыслимо общение в интернете и развитие бизнеса. Виртуальное интерактивное взаимодействие. Здесь разговаривают, смотрят фото и видео, читают анекдоты, продают и покупают, хвастаются, знакомят, любят, ненавидят, спорят – все как в жизни. И мы решили пофантазировать, а как могли бы по нашим представлениям выглядеть социальные сети в прошлом? Скажем, например, в 1984 году. Как можно было бы пользоваться всеми этими вещами? Как быть в контакте со своими друзьями, близкими и коллегами? Нынешнее поколение молодежи даже не догадывается. Тогда про интернет никто и не подозревал. На телефоне был крутящийся диск, а сам телефон мог уметь только звонить или молчать. Фотографии проявляли, и это был очень увлекательный процесс. А двери квартир почти не запирались, и простое человеческое общение и душевное тепло было самым главным. Встречайте нашу первую модель, которая представляет одну из самых популярных социальных сетей – Facebook. Я прошу Николь Мошкович выйти на сцену. Николь Мошкович – модель, будущий парикмахер, стилист и визажист. Дизайн костюма Анат Орлев, изготовление и вышивка Анна Польская, мейкап и прическа Николь Мошкович и Инна Бурштейн, украшение Джозефин Гильборн. Facebook – это площадка для активного общения и бизнеса. Там пишут и показывают фотографии, размещают рекламу, а покупатели находят нужное. Если что-то понравилось, человек нажимает специальную кнопку в виде кисти руки с большим поднятым пальцем «Лайк» – «Нравится». Силуэт платья напоминает нам фирменную букву «F» с лого сети и в то же время асимметричный покрой и классический джинсовый индиго уносят нас как раз в 80-е, когда эти ткани пользовались наибольшей популярностью. Белые перчатки с синим манжетом – это тот же самый настоящий фейсбуковский лайк. Нажал лайк под фото, нажал кнопку «Подружиться» и дело сделано. А когда-то дружили только вживую. Ваши аплодисменты, наша очаровательная Николь. И сейчас на сцену приглашаю следующую нашу модель Шелли Шрайер, которая представляет нам костюм социальной сети Google Plus. Шелли профессионально увлекается вокалом и мечтает о карьере певицы. Социальная сеть Google Plus работает примерно как Facebook, но она включает в себя и мировую поисковую систему. Можно найти все – информацию, и товар, и друзей. Дизайн костюма Анат Орлев, изготовление и вышивка Анны Польски, украшения от Джозефин Гильборн и Регина Украин, мейкап и прическа Инна Бурштейн и Николь Мошкович. Цветовая гамма костюма поддерживает фирменные цвета этой сети, и силуэт напоминает нам поздние 70-е. Аплодисменты Шелли!
связанным были посвящены съемки 4-го сезона проекта «Винтаж Монтаж». Именно им я посвящаю свою следующую песню «Назад в 70-е». Работников или теми, кто ищет работу. Для них существует социальная сеть, которая называется LinkedIn, и ее воплощение нам показывает модель Виктория Боровски. Виктория – начинающая модель, которая мечтает о карьере археолога. Костюм явно указывает на деловое общение без фривольности. Состоит из классической юбки-карандаш и белой блузки с вышитой эмблемой «Винтаж Монтаж». Вика, продемонстрируй эмблему на спине. Цветовое решение поддерживает фирменный стиль сети LinkedIn, который выдержан в голубых и белых цветах. Дизайн костюма Анат Орлев. Изготовление и вышивка костюма Анна Польская. Украшения Джозефин Гильбурт и Регина Украин. Мейкап и прическа Инна Бурштейн в Николе Мошкович. В прошлом люди когда-то давали кому-то рекомендации, просматривали бумажные резюме, советовали, пользовались только бумажными визитками, папками и портфелями, выписывали квитанции вручную. Сегодня все это можно сделать в интернете, в сети размещают свои профессиональные резюме,
свои профессиональные рекорды и также находят специалистов, работу, рекомендации и виртуальные визитки. Спасибо, Виктория. Аплодисменты Виктории. И сейчас все смотрят новости в кино, в большинстве своем в социальной сети YouTube. Модное решение в стиле социальной сети YouTube нам представит Елена Солдатенко. Встречайте! А ведь когда-то все сидели на диване и смотрели телевизор. В середине 80-х проигрыватели только появлялись с большими кассетами, настоящая диковинка. На новинку билетов не всегда было достать, потому что люди очень любили ходить в кино. Дизайн костюма Анат Орлев, изготовление вышивка Анны Польской, украшения от Джозефин Гильбург, мейкап и прическа Инна Бурштейн и Николь Машковин. Обратите внимание на покрой платья. Платье выполнено в стиле YouTube в фирменном цвете этой сети. Покрой платья подчеркнуто простой и геометричный, родом из конца 80-х. Но и он отлично перекликается с модными тенденциями современности. Размер оверсайз и ретро-силуэт. Аплодисменты Елене! Следующую социальную сеть представляет супермодель нашего проекта Тали Стамбульчик и социальная сеть, которая называется Инстаграм. Представьте себе, что когда-то, чтобы сфотографироваться, люди шли в фотоателье семьями или в одиночку, и фотограф выполнял фотопортрет. А телефон существовал только для того, чтобы связаться с людьми, позвонить и сообщить, и поговорить с ними. Сегодня сеть Инстаграм позволяет нам сделать совершенно невероятную вещь. При помощи телефона сделать самостоятельный фотопортрет и выставить его на всеобщее обозрение в мировой сети. Дизайн костюма Анат Орлев, изготовление и вышивка Анна Польская, украшения Джозефин Гильбург, мейкап и прическа Инна Бурштейн, Николь Москович. Аплодисменты нашей супермодели. Потрясающая Таня Стамбульчик. И наша следующая модель покажет нам ретро-образец социальной сети Twitter. Встречайте, Виктория Кияева! Эта очаровательная нежная модель собирается служить на подводной лодке. Ваши аплодисменты, дамы и господа! А помните, как в школе, сидя в классе, мы передавали друг другу записки? И пускали к самолетикам, и шпаргалки, как же без них? И что сейчас? Сейчас нам социальная сеть представляет виртуальную записочную возможность. Твиттер именно для таких коротких заметок и записок. Написал и полетело. Дизайн костюма Анат Орлев, изготовление вышивка Анна Польская, украшения от Джозефин Гильбург и Регина Украин, мейкап, прическа Инна Бурштейн и Николь Мошкович. Вот вам и записочки и птички в голове. Прическа символизирует гнездо. Летящее романтическое платье из настоящей винтажной ткани ретро-силуэта поддерживает этот образ. Голубой цвет платья, белые цветы, практически лого Твиттера. Белая птичка на голубом фоне. Аплодисменты Виктории Кияевой. Спасибо. Следующую социальную сеть представляет арт-директор и художественный руководитель нашего проекта «Сердце и мотор. Винтаж-монтаж» Анат Орлев. Она представляет социальную сеть Pinterest. Что это такое Pinterest и за каким таким Pinterest'ом туда идут? И каков был его аналог в прошлом? Когда-то давно на доске люди прикрепляли записки, информацию, понравившиеся картинки, рецепты и важные мероприятия, которые они не должны забыть. Поздравления и важные события другие. А сегодня мы можем это сделать в компьютере и на виртуальную доску прикрепить все, что нам интересно. Мы можем делиться с друзьями нашими рецептами, нашими успехами, достижениями, дипломами, семейными событиями. Дизайн костюма, мейкап, стиль Анат Орлев.
Изготовление и вышивка платья, она польская, украшение Жозефин Гильбур. Платье для этой соцсети выполнено в несколько романтическом стиле. Нестареющая классика с налёком бокуши. Цвет всего наряда решен фирменной колористики Пинтереста в красном цвете. Аплодисменты менеджеру и арт-директору проекта «Винтаж Монтаж». А сейчас, уважаемые дамы и господа, я хочу пригласить на эту сцену нашего поющего астролога-консультанта и ученицу Ирины Кильфин Марину Марковскую. Кроме того, что Марина настоящая звездная жрица, она обладает прекрасным голосом и споет нам знаменитую песню Эдит Пиаф «Падам, падам». Шанте поуно, мон шер. Добрый вечер. Вспомним песню. C'est elle qui m'obsède jour et nuit. C'est elle des paniers d'aujourd'hui. Des rayons de sinois que je viens traîner par ce mille musiciens. Un jour, c'est elle m'a de la voile. Sans moi, je veux vous dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avec moi. Et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive au coureur derrière moi. Израильскую певицу, лауреата международных конкурсов, радиоведущую «Первое радио», телеведущую «Итон ТВ», поэта, композитора, педагога и эксперта международного класса по эстрадно-джазовому вокалу, официальный голос персонажей мультфильма студии Walt Disney. Встречайте, блистательная Ирина Кильфин! Ваша блистательная! Маэстро.
все гадают, почему я не стандарт. И на кой не топаю, всегда храню спокойствие танц. Жизнь моя сложная опера, а вы что главное? А вот вы что главное? А вот вы что главное? Ара, я за собой слежу. Театр, танцы, йога и в обществе всегда мила. Но если иногда и задержусь немного, девушки понимают, у женщин тоже есть ума. Я не скандаль. И на той не топаю, всегда храню спокойствие танц. А жизнь моя сплошная опера. А вот и что главное, а вот и что главное, а вот и что главное. Молодцы! Скажу вам по секрету, не просто так идет мало. Но мужу говорю, что лучше его нет, и это главные слова. Я не скандаль, и на той не топаю, всегда храню спокойствие и танц. Жизнь моя сплошная опера, а вот и что главное. А вот и что главное, а вот и что главное. Совершенно новую песню. Единственное, что я хочу попросить, там вот мой стаканчик с водой стоял, если можно, дайте мне его, пожалуйста. Сопровождение потише. Сопровождение потише. Сопровождение потише. Песня называется «Если ты далеко». Песня посвящается всем тем... Спасибо большое, вы меня просто спасли. Песня посвящается всем тем... нашим близким, родным, любимым, которые находятся не с нами, для которых очень важно нас видеть, нас обнимать. Но физически, может быть, мы не можем этого сделать, но сейчас есть такая уникальная возможность, потому что техника просто на грани фантастики. И нет ничего невозможного, правда? Позвонил, и можешь даже посмотреть и поговорить с тем человеком, который живет за 3-9 земель. Но так как мы все нуждаемся в любви, и границы сейчас стерлись, родилась эта песня. Она называется «Если ты далеко». Хотелось бы немножко громче. Песня совершенно новая. Расстояние такое голубое. Я доверю свои чувства западному ветру, чтобы он тебе тихонько прошептал послание такое. Даже если ты
стоит не близкий путь. На душе моей радостно светло, с нетерпением жду я встречи, чтоб в твоих объятиях утонуть. Часовые пояса разделяют наши страны, полнотелая луна мне в окна светит. Между нами только утро, кофе с круассаном. Каждый день как будто песня о тебе, единственном на свете. Даже если ты очень далеко, даже если нам предстоит не близкий путь, на душе моей радостно светло, с нетерпением жду я встречи, что в твоих объятиях утонусь. У кого близкие живут далеко? Что-то не у всех. А любимые у кого живут далеко? Даже если ты очень далеко, даже если нам предстоит не близкий путь, на душе моей радостно светло, с нетерпением жду я встречи, чтоб в твоих объятиях. Даже если ты очень далеко, даже если нам предстоит не близкий путь, на душе моей радостно светло, с нетерпением жду я встречи, чтоб в твоих объятиях утонуть. Нетерпением жду я встречи, чтоб в твоих объятиях утонуть. Нетерпением жду я встречи, чтоб в твоих объятиях утонуть. Спасибо, спасибо. Сейчас я вам спою песню на иврите. Я ее очень люблю петь. Я, кстати, здесь, в Российском культурном центре, пела ее неоднократно. Ну, в принципе, я ее пою на каждом своем концерте. Вот сейчас начнется музыка, а я вам сначала расскажу ее на русском языке, а потом спою на иврите. Изначально песня, конечно же, была написана на русском. Более того, я ездила в Санкт-Петербург, у меня были потрясающие совершенно концерты с контртенором Олегом Безинским, и мы с ним даже записали на радиостанции ленинградской, ее на русском языке. Но вы знаете, вот она мне не нравится. Мне не нравится ее петь на русском, мне почему-то очень нравится ее петь на иврите. И поэтому я себе не изменяю и пою на нашем языке. Где рождаются мечты? За облаками. И руками ты до них дотянуться стараешься. Где рождается любовь? В какой-то сказке. Из чьей подсказки вдруг стрелой в мое сердце вонзаешься? Как узнать, какой же ты, твои приметы? Но нет ответа, образ твой — это сон романтический. Халамот шанолядим, миада шамаим, аядай, ним шахот алаэн, вело магиот, ахава агадим. Мы стали. Мы не знаем,
«Лимоны» или «Пардесы», ее по-разному называют. В ней есть одно ивритское слово. Мне же нравится петь на иврите, я вам уже сейчас сказала. Вот. Причем мне на иврите всегда проще петь, потому что, первое, мало кто поймет, что я что-то там не то спела, да? То есть можно ошибиться. Я никогда не ошибаюсь в иврите, но я всегда ошибаюсь в своих собственных словах. И это нормально. Вы знаете, я думала, что это я одна такая. Вот. Но я узнала, что и великие тоже забывали свои тексты. И вот, например, сейчас мы праздновали в эту субботу день рождения, столетие со дня рождения Фрэнка Синатры. Вот. Он на старости лет тоже работал с таким монитором, на котором были тексты. Я подумала, ну если Фрэнк Синатра мог себе это позволить, значит, я тоже могу себе это позволить. Ну, пока без текстов работаю, поэтому у нас еще все впереди. Но я все равно ошибаюсь, да? Я всегда боюсь, я всегда панически боюсь, поэтому я так на всякий случай вас предупредила. Итак, песня «Лимоны». Вас мало сегодня, поэтому мы можем себя почувствовать совершенно свободно и попеть. Да? Вы не против? Зал должен петь всего два звука. Первый звук. Попробуйте. Великолепно, у вас хорошо получается. Второй звук. Оля. Оля, ты меня не разочаровала. Конечно, как всегда. Так, ну а Оля у нас очень громко это делала, а вы? А. Молодцы. Поехали. А я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Была рядом со мной. А, была рядом со мной. Была рядом со мной. А, была рядом со мной. Была рядом со мной. А, была рядом со мной. Была рядом со мной. А помнишь, как мы с тобою мечтали о тепле? Зимними вечерами, когда в окна стучался ветер, и безнадежный чай остывал на низеньком столе. Когда мы в любовь играли, забыв обо всем на свете. А в пардесах цветут лимоны, в воздухе пахнет, так пахнет весной. У природы свои законы. Чтобы ты готовы был рядом со мной. Был рядом со мной. Был рядом со мной. Был рядом со мной. Был рядом со мной.
Но, видно, не захотела зима своих уступить права. Наши сердца охладила и превратила в деньги. И, прихватив с тобою сказанных пары слова, оставила мне на память компьютерные картинки. А в Пардесах цветут лимоны, в воздухе пахнет, так пахнет весной. Чтобы ты был рядом со мной. А в Пардесах цветут лимоны, в воздухе пахнет, так пахнет весной. У природы свои законы, а я хочу, чтобы ты был рядом со мной. Был рядом со мной. Пахнет, так пахнет весной. У природы свои законы, а я хочу, чтобы ты был рядом со мной. Был рядом со мной. Был рядом со мной. Был рядом со мной. Халтурите? Был рядом со мной. Был рядом со мной. Был рядом со мной. Был рядом со мной. Было рядом со мной. Молодцы, вы хорошо справились. Ну и последняя песня называется «Певица пела песни о любви». Маэстро. Симпатичный господин, его лил взгляд. Я был бы рад, чтоб он меня на танец пригласил. В приморском ресторанчике под песни о любви подсел ко мне случайно симпатичный господин. Толпа вдруг шумела, для нас Питер пел, и за ним потанцевать он предложил. Как много этот вечер на свете позабыть. Уже подошли свечи, и мне бы не встреч напомнит лишь волнующий мотив. Как много этот вечер обещал, кружилась голова и кровь кипела, любовный аромат нас обвинял. Певица о любви нам песни пела, любовный аромат нас обвинял, певица о любви нам песни пела. Любовный аромат нас обвинял, певица
Души поздравить вас с наступающим Новым годом! Елочки у вас уже наряжены? Нет? Еще рано? А вот у некоторых уже праздник просто бежит в дом. Давайте позовем Снегурочку. Снегурочка! 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 Скоро все занесет, замерцают гирлянды, сотни ярких огней, и на праздничный ужин приглашу я всех друзей, чтоб подарки под елкой их, наверное, оставил там Дед Мороз. Я его повстречала, когда к нам он домой подарки нес. Он шепнул по секрету, что нас ждет отличный год. Сомнений нету, где-то рядом счастье ждет. С Новым годом, с новым счастьем поздравляю всех друзей, и чтоб все ваши желания исполнялись поскорей, чтобы мира и успеха подарил нам Новый год. Вам здоровья, вам удачи, и пусть всем нам повезет. Вам здоровья, вам удачи, и пусть всем нам повезет. Самый любимый человек, в этот сказочный вечер я с друзьями и семьей. День за днем, год за годом, я так счастлива с тобой. День за днем, год за годом, я так счастлива с тобой. С Новым годом, с новым счастьем поздравляю всех друзей, и чтоб все ваши желания исполнялись поскорей, чтобы мира и успеха подарили. Команда проекта «Винтаж-монтаж».